Добрый день! Меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Сегодняшнее видео я хочу посвятить малышам, которые были 15 апреля спасены из бутылки, из фляжки, в которой появилась плесень. После той плесени еще пару бутылок мне пришлось спасать, и поэтому у меня получилось уже аж 9 таких ведерочек. Где-то больше, где-то меньше орхидеек. То есть я просто высаживал, не принципиально, не было никакой схемы высадки, просто куда получалось, туда и высаживал. Так вот, почему я сегодня решил снять это видео. Дело в том, что все больше и больше малышей начали показывать свои развивающие раскукленные корешки. Вот, смотрите. Вот один. Вот второй, третий, вот четвертый. Где-то я еще встречал. Но, к сожалению, мы не можем увидеть, как внутри развиваются корешки. Но, судя уже вот по некоторым воздушным корешкам, я понимаю, что пришло время обработать их янтарной кислотой. Почему янтарной кислотой? Ну, потому что янтарная кислота, ну, это считается как бы не удобрение, и ее применяют для улучшения состояния цветов. А также она является как бы профилактическим средством от болезней и вредителей. А также говорят, что поливы янтарной кислотой хорошо влияют и на субстрат, в котором сидят орхидеи, то ли это вот мох, как в нашем случае, то ли это кора. И она в этом субстрате, она там не накапливается. То есть, да, здесь вот тот, что я показывал, вот один малыш, прямо смотрите, какие большие уже листочки. То есть явно понятно, раз листочки начали расти, то по-любому и корневая у него там развивается. Тоже вот смотрите, здесь, правда, корешок немножко засох, подсох, но состояние, в общем, я вижу неплохое, как бы. И вот тоже хорошее развитие. И вот корешок вот там вот я вижу. Тоже раскукленный растет. То есть, что мы сегодня сделаем? Мы возьмем, как бы в инструкции янтарной кислоты, в применении написано, что применяют на 2 литра воды 2 грамма. Ну, не будем мы разбавлять такое количество. Мы возьмем пол грамма и разведем примерно в пол литра воды. Хотя некоторые орхолюбители, когда применяют янтарную кислоту по листу, они разбавляют, вернее, 1 грамм на 200 миллилитров воды. Но так как у нас еще очень маленькие малыши, то я думаю, что мы возьмем строго по инструкции, посмотрим, как они воспримут эту обработку, и в дальнейшем, если все будет хорошо, мы потихоньку будем увеличивать дозу. Значит, зачем же мы будем обрабатывать? Значит, считается, что янтарная кислота, она стимулирует выработку энергии, необходимую для роста орхидей. И так как мы видим, что сейчас этот рост начался, то мы еще больше подтолкнем наши растения для того, чтобы они быстрее развивались. Также янтарная кислота защищает орхидеи от агрессивной внешней среды и участвует в клеточном дыхании орхидей. То есть мы, получается, не удобряем сегодня, а мы улучшаем условия и
защищаем их, вернее, растения от вредителей и от всяческих заболеваний. То есть, грубо говоря, сегодняшняя обработка – это профилактика. Сейчас я разбавлю в пол-литре воды, значит, полграмма, и мы с вами проведем эту обработку. Итак, я свесил полграмма на дне, сколько здесь, 100-граммового стаканчика, получилось вот такое вот количество. Кстати, давайте сейчас, значит, вода, как я вам всегда говорю, у меня дождевая. Давайте замеряем на соль. Значит, на соль у нас получается 48 ppm. То есть, это очень хорошая вода для полива орхидей. Итак, отправляем янтарную кислоту. Значит, я на минутку сейчас отключусь, пока калачу, чтобы не затягивать видео, пока разбавлю ее и вернусь сейчас к вам. Ну вот, кристаллики уже практически все растворились, я не вижу ни одного. И давайте теперь еще раз замеряем солимером, сколько же ppm стало после того, как мы растворили. Согласно инструкции, напомню. Итак, как вы помните, было у нас только что 48 ppm, и теперь 218. Значит, я смотрел таблицы, которые садоводы выкладывали в интернет. Значит, для орхидей, именно для малышей, 200-220 ppm это норма. Если бы количество было больше 300, то я бы такой водой не стал бы поливать малышей и добавил бы воды, чтобы понизить ppm. А так 200 это допустимая норма. Для взрослых, кстати, орхидей норма считается где-то 450-600. То есть мы сегодня не навредим нашим малышам, а сделаем только им пользу, какую я уже рассказал вам выше. Итак, заливаем наш раствор в пульверизатор. И первая обработка янтарной кислотой. Надеюсь, она благоприятно повлияет на дальнейший рост развития малышей. Вот так вот, я думаю, будет достаточно. Ну что, вот в принципе и все, что хотел я вам рассказать и показать. Первая обработка янтарной кислотой наших малышей прошла, надеюсь, удачно. Давайте пожелаем им быстрейшего роста. Ну, а всем вам хочу сказать, кто не подписался на канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. У кого возникают вопросы, задавайте. Всегда рад буду вам ответить. А может быть и снять видео на некоторые ваши вопросы. Ну что, на сегодня, пожалуй, и все. И всем хочу сказать, до новых встреч.